В Одинцовском районе мне, например, больше всего нравится этот парк. Центр озера, лилии прекрасные, которых раньше как-то, знаете, не было, а сейчас очень хорошо, замечательно отдыхать. Бываю иногда. Но я в Одинцовском районе редко бываю, поэтому даже не скажу. Вот здесь на пруду. Наверное, вот этот парк. Почему? Потому что здесь много детей, сейчас как раз для меня это актуально стало, и много именно развлечений для детей. Еще парк «Малыш». Ну, тоже именно из-за того, что там детские аттракционы, сейчас там веревочный парк построили, тоже хотелось сходить. Вот здесь вот мы отдыхаем, мы каждый вечер вот гуляем здесь. Наверное, парк вот этот один из. А почему? Потому что здесь нету никаких велосипедистов, автомобилистов. Можно ребенку отпустить спокойно, не переживать за него. Как таковых отдыха я не знаю. Пена очень хороший район, Звенигородский район, к Звенигороду туда. Это Одинцовский район, там прекрасные места. Можно и отдохнуть, и покупаться. И в карьерах там чистая вода. Подушкинский лес у нас. Там часто отдыхаете? Пруд есть там. Нет, не часто. Я недавно ведь приехала, прошел всего лишь год, но мне вот нравятся вот эти места. Вот этот парк нравится в центре. А в лес? Никуда не выезжали? В лес, живем в Трехгорке, очень люблю лес ходить. 3 километра в день надо проходить. Ходим, пенсионеры, дружно гуляем.